Привет, ребята, привет, княженцы, всем огромный приветище. Ребята, сегодня пойдет речь у нас с вами про пиратскую жизнь, а именно про Вовчика. Сегодня будет все посвящено ему, родимому. Значит, да, свершилось. Вован сварил суп. Все, он совершил такой поступок, за которым цены просто ему нет. Но судя вот по тому, что количество лайков, комментариев, вот этому поддержки и прочего. Давайте по порядку всем разберем. Для начала, вот хочу такой на эти моменты перейти. Попробуйте, сгруппируйте комментарии, какие написаны под роликом. Там есть такие три точки, нажмите на них, и чтобы комментарии были сформированы не по популярности, а по дате создания коммента. То есть у вас будет в списке сначала самые свежие комменты. Ну, кто написал секунду, минуту назад и прочее. Вот если смотреть эту статистику, там, знаете, ну, комментарии все написаны, что типа, что хоть в этом такого, то, что человек сварил суп. Как бы да. Ну, такие комментарии, типа, что это за такое творится, почему такой ажиотаж, все удивлены и прочее. Если комментарии сгруппировать по популярности, то сначала будут такие комментарии, где там хвалебные, хвальба идет Вована. Да. Теперь количество лайков и дизлайков. Дизлайков там было очень мало, там, ну, 300 с чем-то, я не знаю, как я уже с утром смотрел. Лайков там было очень много, там, наверное, до 1500 было, там, не знаю, ну, больше 1000 там было их лайков, там, это. Вот знаете, у меня вот первая мысль, какая в голове вот закралась, я, конечно, это ничего не утверждаю, это сугубо чисто личное мнение такое, все, это. Возможно, знаете, существуют такие всевозможные сайты, накрутки. Такие сайты есть, как-то даже у меня раньше был другой канал, я на нем как-то пытался так делать ролики, пользовался. Смысла от этого особо нету, но опять... Небольшой, вы знаете, ажиотаж можно создать. То есть, что делается? Берется 1000 рублей банально, а то и даже меньше, там, рублей 700. Тебе, короче, ну, какой-то сайт, такой автомат, тебе там пишет хвалебные комментарии, ты пишешь, что ты хочешь в комментариях видеть, какие слова и все прочее. Тебе пишут там 300 хвалебных комментариев, тебе ставят 1000 лайков. И потом, знаете, как бы для... Причем эти комментарии и лайки там можно сделать так, чтобы они ставились постепенно, не сразу прям вот этот обвал был. Как бы накрутка вся, посев комментариев этих. А он шел постепенно. Для чего это делается? Для того, чтобы, знаете, например, вот я хочу себе повысить, ну, привлекательность аудитории, чтобы больше подписывались, там, больше тоже попутно. Как, знаете, вот стадный инстинкт срабатывал. Типа, знаете, ну, так образно говоря, стадный инстинкт. Представляете? То есть, хоп, вроде положительный комментарий, вроде все хвалят. Ну, типа, ну, дай-ка я ему похвалю, дай-ка я... тоже поставлю лайк. Просто посмотрите, у меня мама посмотрела сейчас тоже вот этот ролик, мне говорит, мы просто с ней созванивали, сегодня, кстати, день про это матери, поэтому с праздником всех матерей, всех женщин, там всех, у кого есть, в общем, дети, в общем, и всех женщин. Это. И, ребята, знаете, она мне говорит, я вот тоже лайк поставила, посмотрела, понравилось, там, туда-сюда. Нет, я не спорю, как бы, вот если посмотреть такие хорошие стороны этого всего момента, Вован тут более такой рассудительный, более спокойный, знаете, более такой, как бы, ну, нет вот этого такого, какого-то облизывания там пальцев, там нет какого-то вот этого постоянного дергания там и все прочего. Все такое, знаете, размеренно, так мерно, как бы такой няшный Вован предстает в ролике, там, да. Любителям какого-нибудь вот АСМР, когда вот люди, ну, смотрят там расслабление перед сном, там какой-нибудь такой вот ролик зайти, душевно успокоиться, расслабиться, вот самое то. То есть мужчина на кухне постепенно режет, постепенно там... Это так хорошо разговаривает, там общается, там, да, естественно, больше всех их канал это женщины там на них смотрят, поэтому, ну, расслабляет, наверное, там, да. Но, однако, при всем этом, знаете, вот у меня такое возникает чувство, как бы мысли так складываются в голове, представляете? Ну вот что конкретно вот он сделал? Сварил суп, да, сварил суп. Все почему-то забыли, что этот суп он варил, встав в обед. При этом человек не работает, ну, живут как бы посредством этого, там, вот этих просмотров, Ютуба и всего такого вот этого, с этим связано. Другое дело, знаете, можно было написать там какие-нибудь, ну, как похвалить, там, написать хвалебные комментарии туда-сюда, если, например, он бы лучше пошел бы и забил бы гвозди, сделал бы розетки. Постелил бы линолеум в кухне, какие стелили рабочие, там, наемные, там, да. То есть, вот тут бы люди бы увидели, реально, как, типа, изменился человек, там, да, что, типа, все умеет, на все руки мастер, там, да. А это, ну, встал к обеду, сварил супца, при этом, значит, мама, ой, это, точнее, это Нина, да, это оставила, значит, мальчика дома, пока там пошла куда-то,
а он тем временем один дома был и сварил суп. Все, приз зрительских симпатий обеспечен. Вот. Ну а в целом, конечно, если этот момент опять хейтерство убрать, то, естественно, лучше, потому что как бы на фоне вот этого Нина, ну вот этого какого-то балагура, такого балагана небольшого, да, смотрится все очень как бы достойно там, да. Это, и причем, знаете, когда вот с Ниной, например, он опять читал уже по комментариям, там, да, ну опять это все это видно, естественно, с Ниной, как-то больше он такой как бы вот защемлен в себе, там как-то вот, да, то есть вот это его какой-то защитный механизм, наверное, срабатывает, почему он прям такой все время прям что-то там говорит, там, да, там, как бы немножко прям отдакивается, огрызается, такой, вот эти все моменты. Это, а тут более такой раскрепощенный, спокойный, никого дома нету, сиди постепенно, режь там ножичком, хоть весь день готовь, там, этот суп, там, и голубцы какие-нибудь крути, вот. Все, что ребята хотел сказать. Короче, большое спасибо всем за просмотр, лайкосики, комментарии. Еще раз всех с праздничком, всех женщин с праздничком. Ну и все. Всем новых встреч, всем пока.